Еженедельное общегородское совещание прошло сегодня на Калинина 4. В центре внимания масштабное благоустройство округа, которое уже идет полным ходом. Руководитель администрации Химок Владимир Слепцов призвал все городские службы работать в усиленном режиме, не отставать от графика, а лучше опережать поставленные сроки. Все, что связано со цветами, все, что связано с ремонтом привокзальных площадей и многое-многое другое, что запланировано на этот год, на летний период времени, прошу ускоряться. И вести технадзор. Очень жестко вести технадзор. На совещании по традиции посмотрели видеообращение химчан из рубрики «Открытый микрофон». В этот раз свои вопросы главе администрации задавали жители микрорайона Левобережный. По всем жалобам и просьбам Владимир Слепцов дал распоряжение ответственным лицам и взял их под личный контроль.